Виталайзер фитнес инструкция по применению БАДа. Владелец регистрационного удостоверения Фармстандарт АО Россия, лекарственная форма, область применения Виталайзер фитнес. Рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника витаминов А, Е, Д, С, группы В, кальция, магния, меди, железа, цинка, хрома, марганца, молибдена, фосфора, содержащий ликопин, лютеин. Рекомендации по применению. Взрослым по одной таблетке в день во время еды, предварительно растворив в 1/2 одном стакане воды, 100-200 мл. Продолжительность приема 1 месяц. Не является лекарством. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Применение при беременности и в период лактации. Противопоказан при беременности, в период лактации. Условия реализации. Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. Условия хранения препарата Виталайзер Фитнес. Хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов С.